Первое, что вы должны сделать, это выписать все свои какашки, которые накопились у вас внутри вас на родителей. И они, вы знаете, вам может казаться, что, блин, да у меня ничего нету. Садитесь и пишите. Пишите, даже если ничего не пишется, просто калякули какие-то, да. Поверьте, через 20-30 минут ваш мозг начнет выдавать. Если вам кажется, что у вас нет обид, но при этом вы ни разу не прорабатывались, то вы себе врете. Нет ни одного человека, который бы не имел каких-то обид. Это вот однозначно. Поэтому начинайте писать даже калякули. Можете писать, что «да застала меня эта Алтынай», говорит, что нужно прописывать какие-то обиды. Нет у меня никаких обид, детство было счастливое. Ну вот мама там иногда побивала. И как пойдет, вы даже сами не представляете, сколько можно вытащить на самом деле, даже вот когда вам кажется, что нет ничего. Если вы делаете это первый раз, то пропишите, скачайте гайд, он в бесплатной базе знаний, как вырваться из бедности, и выпишите все обиды сначала на папу в течение 10 дней. Но помните одну вещь, когда мы прорабатываем негатив, если вы час работаете с негативом, в 7 раз у вас должно быть больше радости. В той же базе знаний есть медитации, которые помогают наполняться радостью. 10 дней не обязательно подряд. Нет, нет. Это не настолько как бы так принципиально, что 10 дней подряд, а если вы не сделаете, то все. Нет. Просто 10 писем.